Сорока трехлетняя Дана Борисова удивила поклонников сменой имиджа. Телеведущая примерила смелый наряд, а также показала объемную укладку. Блондинку пригласили в качестве звездного эксперта на съемки шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Борисова призналась, что раскрывать тему эфира ей нельзя, однако она с удовольствием показала свой стильный образ для съемок. Дана выбрала Total Look Prada, черную блузку и короткие шорты в тон. В образ прекрасно вписались светлые сапоги на плоской подошве. Стилисты сделали бывшей ведущей армейского магазина объемную укладку с романтичными локонами. Борисова раньше редко позволяла себя носить мини, но теперь решилась на эксперимент. Дана попросила поклонников проголосовать, нравится ли им ее наряд. 78% опрошенных ответили положительно. После реабилитации от наркозависимости Дана начала новую жизнь, переехала в хорошую квартиру, занялась своим здоровьем, похудела и похорошела. Сейчас телеведущая пишет книгу о том, как ей удалось преодолеть себя и отказаться от пристрастия к наркотикам и алкоголю. Недавно блондинка сделала подтяжку лица нитями. Звезда призналась, что эта процедура болезненная, но результативная. В конце ноября Борисова оказалась в центре скандала. Дана пожаловалась, что ее везла глухонемая таксистка. Телеведущая была недовольна, что ее не предупредили об особенности водителя. Позже она извинилась перед теми, кого обидели ее слова.